Рогачевское молочное консерво предприемство за 80-годовой истории. У 1938 его створили для вытворчества молочных консервов. Сегодня тут каждые сутки перепрацовывается больше 770 тонн сыровины. По объемах вытворчества тех же молочных консервов комбинат заявляется буйнейшим на территории СНД. За объемными показчиками у предприемства сегодня увогуле все в порядку. И рост промысловой продукции забеспечены, и зарплата выше за летошний узровень. Разом с тем старшиня облвыканкома Владимир Дворник переконаны, комбинат працует не с теми выниками, на которые здольны, и называя причины. Огромная закредитованность, и при этой процентной ставке, конечно, они работают сегодня не на производство, увеличение какого-то объема, качества, но работаем на банк. Поэтому вот это вот техническая модернизация проведена, и сегодня важно, чтобы была еще экономическая модернизация. Экономическая – это, прежде всего, руководство предприятия, специалисты, те, которые сегодня должны видеть результат работы в деньгах, в экономике, в рентабельности, в прибыли. На жаль, обойтись без кредитов у Рогачевского молочного консервового мягчимости не было. По прошлые годы тут проводится масштабная модернизация с открытием новых вытворчеств, что уже дозволило увеличить продукционность працы амаль на треть. Теперь это суть частное по европейских стандартах предприемства, але все разумеют, без снижения затрат конкурировать на рынках будет складано. Отповедные планы складены, теперь необходимо их реализовать. Будем дальше также смотреть по всей сырьевой базе. Почему? Потому что мы уходим от всех сторонних организаций, в том числе и коммерческих, и особенно все второстепенные подрядные организации и цеха. В минулом месяце Рогачевский молочно-консервовый принял удел у международной выставе «Экспо-2015», якая прошла у Италии. А по конкретных плюсах казать еще рано, але певные домовленности с потенциальными партнерами уже есть. Поширение географии поставок для комбината – необходимость, как задоволить потребы у внутреннего рынка, хапая и 30% вырабляемой продукции. Россия занимает у нас в пределах 70% со всего. Значит, Армения, Азербайджан, Грузия, Туркменистан. Вот буквально на прошлой неделе проведены довольно-таки объемные переговоры с Турцией. У поравнания с отповедным летошним периодом вытворчесть молока на Агомщине сегодня повеличилась амаль на 14%. А это значит, что без работы комбинат не застанется. Перепрацовщики и сельгаспредприемства сегодня працуют в одном ланцугу, але эффективность такого супрацовництва поколь далекая от идеалу. При хорошем уровне ведения этого предприятия, то экономика этого региона сельского хозяйства была бы на голову тоже выше. И тот объем средств, который сегодня приходится обслуживать этому предприятию, я имею в виду кредиты, они пошли в сырьевую зону, развивали, повысили уровень жизни тех людей и заработную плату. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» из Рогачева.